Сегодня мы приготовим корейский картофельный блинчик. Для этого нам понадобится 3 картофельных понадобится, лук репчатый. Приготовление мы начинаем с натирания картошки. Получилась вот такая консистенция. Я это присолю, где-то пол чайной ложки. Много не надо, потому что у нас еще дипсоус будет. Затем столовая ложка муки. Столовая ложка муки. И крахмала. Это тоже столовая ложка. И все это хорошо перемешиваем. Наливаем, значит, 2-3 столовые ложки растительного масла, у меня это оливковое масло, и раскаляем сковороду. Ждем, пока нагреется. Выкладываем блинчик. Такой корейский драник. Блинчик наш готов, мы его разрезаем как пиццу, на такие вот части, можно на 4 части, если блинчик большой диаметре, то можно на больше частей, у нас он небольшой, на двоих самое оно, и естся он обязательно с специальной дипсоус заправкой, ее рецепт я напишу под видео, здесь уксус, соевый соус, репчатый лук, перец халапеньо или болгарский перец, как у меня, и сахар. Все это перемешивается, маринуется в течение получаса. Главное, чтобы сахар растворился и макается. Сейчас я покажу, как это правильно есть. Овощи вот так можно ложить. Можно водички подлить, можно не подливать. И вот так вот отправляется все это в рот. Приятного аппетита! Чуть-чуть небольшую щепотку сахара, дабы его немножечко карамелизировать, чтобы был очень сладкий. Вот. Дальше мы приступаем к приготовлению соуса. Не достань. Ты вот стоишь, то, что я буду тебя взять. Это будет очень.